И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я все так же играю в Ark Survival Evolved, и я все так же болею. Ну да ладно, ну да фиг с ним, а болезнь проходит потихонечку, но проходит. И если вы смотрите это видео, то значит видео удалось, а это означает, видео названо «Как поймать дракона в соло». Да, я буду снова пытаться поймать дракона. И на этот раз это будет не попытка поймать дракона, а именно я хочу поймать дракона. Во-первых, я поставил 3 спальника здесь наверху и поставил своего дракончика наверх. На случай форс-мажора. Кстати... Весь лутецкий именно в дракончике находится. Это хавки, да, бла-бла-бла. В общем, короче, все, кроме трубы, увеличительного стекла и шмоток, находится все в дракончике. А шмотки мне нафига, я не знаю, я все равно сдохну. Так что да, можно их и снять. От холода я сдыхать буду. Ох, от холода же сдыхать буду. Блин, шмотки нужны, короче, без вариантов. Ну и срать, короче, на них. Сломаются, так сломаются. Так, кстати, этот пестик нужно убрать. Вот, в общем, дракончик здесь тусуется. Пойдемте обратно к базе. Импровизированной базе, к ловушке. Во-первых, что первое я изменил? Я ее уменьшил. Я сделал 4 на 7. Да, 4 на 7. Секунду. Ой, блин. Все нормально. Горлышко болит, горлышко болит. Ну а что поделать? В общем, 4 на 7 сделал, это хорошо. Но, смотрите, что я в итоге сделал. Твою мать, вы видели этот прикол, да? Какого ляда я-то пыхнулся? Вот из-за этого я уже не могу здесь играть. С каждым днем все хуже и хуже, потому что сервер застраивается все сильнее и сильнее. И с каждым днем все хуже и хуже. Причем даже в тех местах, где ничего не застроено. Здесь в радиусе сраного туча сколько находится моя постройка и та заброшенная база с Бронта. Все. Здесь в радиусе ядреном, то есть в моей поле видимости, даже моя только постройка, в зоне прогружаемости от силы максимум та постройка будет. Все, какого фига, даже вот, видите, ближайшая постройка это вот тот остров, видите, где моя голова, я пока вот сейчас острём башки Птера показываю, вот тот остров, да, вот он показывает, Птерчик. Вот там постройка странная стоит. Какого фига у меня такие пролаги, провисы? Это серверная часть. Мне это раздражает, меня это бесит и так далее. Все, закончил бомбить, выговорился и слава богу. В общем, смотрите, что я сделал, во-первых. Какие изменения? Твою мать, вот это мне ТПХ не нафиг не нужно. Во-первых, я считаю, что в первую очередь он сломал мне фундаменты. Почему фундаменты? Ой, извините. Почему фундаменты? Все легко и просто. 15 тысяч хп. Также еще вот есть дверки с 10 тысячами хп, это, конечно, да. И стены со 120 тысячами хп. Я тут хотел кое-что проверить. Так, ну-ка. Подобрать. Вот это вот тоже. Вот так подобрать, окей. И, да-да-да-да-да, забылся. Так, двушечка, и вот так вот, отлично. Ой, отлично-то как, почти прям как надо, не, как надо. Что я хотел проверить? Забыл просто про это. Влезет ли у меня Птер в то отверстие? Именно в одинарный. Вот ты смотри-ка, влазит, а? Вот молодчик. Для чего такое отверстие? Все легко и просто. Не, я очкую, я, короче, не буду такое отверстие ставить. Да, он тяжело, тяжело проходит, это означает в топку такое отверстие. Так что подобрать, ставим дверной проемчик, проемчик, и снова стекло. Кстати, я вот так подумал, какая разница, ну будет наторчать. Ничего, блин, зато оно сплошняковое ставится быстрее. Вот, а вот такой вот проемчик уже намного легче и попасть, и пролететь. Вот, видите, как бы без лишних заморочек. Что изменил в своей конструкции? Во-первых, я когда строил постройку, я устанавливал, вот видите, на какой фундамент устанавливал? Вот на этот фундамент я устанавливал все постройки. Давайте как-нибудь, стрелочки нету.
Стрелочки тоже нету. Ну ладно, пофигу. Давай трубу, она меня меньше раздражает. Вот. Для чего? Смотрите. Стены сломают очень долго. Фундамент, как таковое, если я поставлю на него стены... Вот, давайте я даже вот так сейчас подобрать. Если он ударит по фундаменту, то фундамент разломается. Соответственно, разломается и стена. Но... Есть всегда одно прекрасное, либо конченное «но». Здесь оно прекрасное. Бах! И я закрываю вот этим фундаментом. Тот фундамент, что означает, пока что на данный момент у меня уязвимы только вот эти вот двери. Я хотел поставить вот здесь, на этот фундамент, второй слой, но она не ставилась. Возможно, из глаз мода, потому что, возможно, не спорю. Но я решил не рисковать и не ставить обычные, потому что, мне кажется, почему-то через обычный птер чутка не может пролететь. Ну, прикиньте, в дверной проем пролетает, а здесь почему-то пролетает. Собственно, мне поэтому и везет. Так бы пришлось с автоматическими дверьми мутить. Вот, в общем, вся ловушка остается то же самое. Также я лечу, прям лечу, роняя кал, пролетаю, заворачиваю, сдыхаю, если я буду вот так вот делать. Что означает, я должен на скорости пролететь, залететь, полететь дальше, потом только заворачивать на случай отката и нажимать на дверь. Сложно? Вы не представляете, насколько это сложно. Потому что мало того, что... Ай, фу, зафейлил, ладно, насрать. А я же серию записываю. 3 часа ночи. Ну да ладно. Я просто подготавливался несколько часов, плюс отдыхал и так далее. Так что да, 3 часа ночи я записываю 2 серии. Вот, в общем, дракончик на подстраховке здесь. Если что, я здесь сразу респавнюсь. Сразу сажусь на дракона, валю эту тварь. И все. Кстати, это новый птерчик. Новый птерчик, у него 250 скорость передвижения. 5000 здоровья и выносливость 2000. Я считаю, что такого вполне предостаточно будет. Причем это не самый топовый птерчик был изначально, просто я его Large Potion вкинул. Large XP Potion. Ладно, погнали. Времечко есть, так что давайте погнали, так сказать, в реальном времени. Найдем. Где-то здесь дракоша летает. 285 левел, если я не ошибаюсь. Но почти 300-й. А почему маленький левел, да? Я считаю, для начала нужно маленького левела протомить. Потому что прошлый фейл, я считаю, был из-за того, что был большой левел. Он просто к чертям снес. Да, даже если бы я стоял как надо, и в момент дыхания зловонного этого дракона я отошел, он просто бы сломал все. Сейчас же, и опять-таки жена большого дракона, что, ну, конечно же, требуется больше стрел, потому что у него больше торпора, нежели у мелких. Так, секундочку, сейчас запущу программку. Программка овца не хочет работать. Козлина. Так, окей. Сейчас вот прям... Фу, господи, я подумал, что там дракон, там дерево просто странно так прогрузилось. Не, надо отлететь это. Кошмар, надо программу запустить. Программа по глушению микрофона. А то как-то в натуре прям. О, все, нормально. Просто думаю, блин, каждый раз вот так ставить на паузу, когда я хочу прокашляться. И это не оно. Но зато благодаря программы, причем такой пользовательской программы, собраны на коленке, и, понятное дело, не собраны не мной, ну, хотя довольно-таки было бы легко собрать, если бы я знал, как, что и где, но зачем, когда есть интернет великий. Вот, я могу просто нажать одной клавиши выключить микрофон. Это круто, я этим пользуюсь на стримах, я этим пользуюсь на записях, и это хорошо, это просто замечательно. Ну, хотя на стримах я пользуюсь УБС-кой, но суть одинаковая. Так, давайте искать дракона. Блин, надеюсь, его не слили, потому что я энное время не находился здесь. И всякие нехорошие создания могли убить всех.
Почему нехорошие? Потому что я так же поступал, как чебошник, и убивал всех драконов. А по-другому так не назвать, потому что, блин, ну реально, ты просто прилетаешь, убиваешь всех, типа, а, зачем? Это как у меня было, помните, как я, когда я в соло ловил кицаля, да, насколько это было сложно. И я такой, блин, да ладно, когда у меня нифига не получалось, я такой, блин, да ладно, у меня же это... Я сам убил 5-го левела кицали. А, да ну нафиг, мне его надо было всего там 2-3 стрелы запустить и все. Вот, и... Ты не задумываешься о том, что тебе это пригодится, мелкий левел. И вот ты когда уже его убиваешь, когда он тебе нужен, ты потом думаешь, а, да ну нафиг, я зачем его убил? И все, как бы. Так что... Плохо, их нет, надо ждать респауна. Да еще сколько сраного времени ждать, я не знаю, сколько они респавнятся. Дрейка вижу, давайте Дрейка ловить, срать, короче, на дракона. Шел в жопу, давайте Дрейка томить. Ой, ладно, искать и ждать. Может, я просто его пропустил, где в деревьях, все дела. Так что... Что за куча трупов? Что значит, что... А, кицаля. Кицаля вальнули! В общем, все, короче, погнал я искать дракона, и надеюсь, я не сдохну. Кстати, я сейчас пока ищу дракона. Так подумал. А я ведь ни разу не видел, чтобы дракона срали. Просто смотрю, там ваш тиранодон обосрался, типа. Ты такой, о, да ладно, а же это... Дракон-то и Дрейк ни разу не срали, по ходу дела. Вот бедняги, а. А вы видели, чтобы дракон или... Дрейк хоть раз срали. Я вот что-то не припоминаю. Это дебильный вопрос, конечно. Но, блин, если у вас есть такая возможность, я уверен, что я забуду. Вот, если у вас есть такая возможность, зайдите на сервер, нажмите на Z по умолчанию. Он типа такой срет. А не, сейчас вроде бы не Z уже. Но он типа такой срет и... Блин, напишите в комментариях, они реально срать умеют, нет? А то может это... А боссов тоже, боссов напишите. Потому что я уверен, я 100%, я сейчас забуду, у меня сейчас мысль пришла, я потом решил сразу же запись включить. И, в общем, напишите. Очень нужно знать, чтобы потом этим дебильным вопросом не задаваться. Не, это бесполезняк. Пока всякие чмошники тут летают и убивают драконов. Это бесполезняк, по-другому их не назвать, потому что они реально чмошники. На данный момент они чмошники, я ничего не знаю. А, ну реально, народ, если кто в этот момент убивал, то не в обиду, но... Это просто пердец, знаете, вы накосячили мне лично. Потому что мне сейчас придется ждать респа, потому что я здесь больше драконов не видел. Я реально драконов больше не видел. И это, конечно, было больше обидно, если бы они бы вообще бы вальнули его тогда, когда я его гнал за собой. Это было бы еще более обидно. Я бы им высказал все, что я о них думаю, прям сразу же моментально в чате. Вот. Ну, будем считать, что им повезло, и они не узнают то, что я о таких людях думаю и так далее. Ну, а возможно, они бы такое бы и не сделали. Вот, потому что как бы за мной этот дракон не гнался. Вот, так что, что, ищу нового, жду дальше и это... До следующего включения. Решил, короче, не рисковать птером, думаю, а какая разница, я же ищу. Я на драконе могу иметь больше возможностей прилетать под деревьями и так далее, ведь мне же всего лишь нафиг всего нужен поиск. Вот, ну а уже пригонять я буду птером, как говорится, самое главное найти. И это гениальная мысль, я, наверное, думаю, это одна из лучших мыслей за день. И я молодец, я молодец, так что ищу. Так, ну в итоге мне пришлось уводить на драконе, вариантов не было. Почему? Потому что там летает чувак один, он летает на драконе, он убивает драконов для трибьютов, то есть для отомления драконов, то есть для отомления боссов. В общем, ну, так сказать, хавку для боссов. Поэтому я сейчас увожу его в зиму, уже когда-нибудь сюда. Здесь он от меня отцепится, будет развлекаться, а я уже пересяду на птера.
Потому что так будет, ну, по безопаске хотя бы. Вот, по безопаске для него. 285 левел, да, его нашел. Конечно, возможно, другой, но все же. Алло, все, цепляйся давай. Хотя, если фотосамец, то, возможно, это он есть. Так, ну ладно, сейчас осталось оторваться, и все будет пучком. Я вроде бы уже оторвался. Нет, не оторвался. Ну что, народ, погнали! Оставил я недалеко, как я уже говорил, кстати, где я отключился, примерно там его и оставил. Ворота я оставил открытыми, как положено. Лут оставил в драконе, как положено. И, в общем, где-то вот около этой скалы, кстати, оторвался, летал вокруг-вокруг, 2,5 круга сделал и тем самым оторвался от него. Ну что, дракоша, погнали, погнали за мной. Твою ж дивизию, ша. Окей, давай, 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 не стесняйся. Ваншот, да ну нафиг. Вот это я и ненавижу. Тебе, дракон ретивый. Такс. Это я так лечу вниз, да? А, что придумать, что придумать? Точно! Я придумал. Я придумал. Да, сейчас попробую реализовать это. Ну все, боевой Санта в деле. Фу, что я придумал? Помните же, мы за прошлом выпуске, именно выпуске сезона, я томил Дрейка в соло. Я подумал, черт побери, а какого фига я не могу использовать этого Дрейка? И у меня такая гениальная, наверное, идея пришла, дебильная, но гениальная идея пришла. Я же могу, черт побери, на этом Дрейке бегать. Так как чаще всего с модом Anunnaki используется и мод S+, что означает автоматически, мы имеем автоматически закрывающиеся двери. Вот, Дрейк имеет больше здоровья, Дрейк имеет больше выносливости. На чуть-чуть, нет, то же самое выносливость. А, нет, там у этого было птеропа, мало выносливости. В общем, Дрейк имеет больше здоровья, что означает, он может пролететь легко и просто. Но, как это будет осуществляться? Ну, я думаю, вы уже поняли. Кстати, да, здоровье это хорошо, но бутыльки не помешают. Учитывая, что он сможет хиляться, это означает, Дрейк поможет. Дрейк поможет. Если вы, этот Дрейк не выживет, то сделаем другую систему. Я пересяду на другого Дрейка. Так скажем, как будто бы я поймал более мощного Дрейка. И, то есть, после вот этого Дрейка в ту же ловушку я поймал более мощного. Как, по сути, вот эта вот ловушка сейчас, которую я имею, она очень хорошо подходит для поимки Дрейков в любом количестве. В любом количестве и любого левела. Потому что эта постройка выдержит дамаг от Дрейка. Что я сейчас собираюсь делать? Так, убираем вот это вот. Глазки. Такс. И вот это вот. Подобрать. Почему именно в углу? А потому что я хочу в углу. Так, также закрепляю, видите, на этот фундамент, чтобы он именно на этом фундаменте стоял. Да, эти сраные двери, они такие же дрищевые. Твою мать. Они такие же дрищевые. 7500 хп всего лишь. Но, у меня вариантов больше нету. Так, автоклосс only. Именно автоклосс only, чтобы я пробежал и он закрылся. Нет, по-моему, авто open and close надо делать. Потому что других вариантов нету. Так, окей, давайте посмотрим, что будет. Я такой пролетаю. Опаньки, ворота открылись, а я вылетел. И ворота сразу же закрылись, да? Они же закрылись. О, да. Ну что, народ, будем рисковать еще разочек. Погнали. Погнали. Он тут недалеко. Я не думаю, что этот козлин далеко улетел. Максимум к болоту спустился. Твою мать. Зачем дракона убил? Ты не думал, что
О, господи, дебил. О, это просто кошмар. Это просто дурдом какой-то. Вот, смотрите, что я написал. Собственно, вы все прекрасно видите, да? И не ответил. Если бы с то... Да, уже. Да. Я пытался приводить, но, в общем, короче, тоже все фигня полная. В общем, человек даже близко не отвечает, то есть он... В общем, человек никак за свои слова не отвечает. Я слетал просто на базу, я даже странную трубу не взял, насколько быстро я торопился, и... Все, короче... Конечно, дезмораль. Конечно, дезмораль сраная. Мучишься, пыжишься. Просто убиваешь сраного тучу времени. Сейчас 3 часа 45, мать его, минут. Это сраного тучу времени потрачено только на эту серию. 21 минута, да. Вырезано 24 минуты. И я не говорю про то, сколько я строил эту сраную ловушку. Это просто сраного тучи времени. И как-то блюдо прилетает сюда и убивает дракона, который элементарно здесь не может спавниться. Потому что он дебил тупорылый, ему надо этому безмозглому дебилу лишь только головы. А на этом сраном острове этих драконов просто сраного тьма. Потому что когда я нашел 285 левела, их почему-то стало слишком много. Я даже мне приходилось отсеивать их, если уж на то пошло. Потому что гладиолус, блядь. Потому что, господи, они были большого левла. А, твою мать еще, какой-то ублюдок здесь летает. Пшел отсюда, тварина безмозглая, блядь. Летаешь мне тут. Мешаешься. Меня все бесите. Этот сервер бесит своими откатами. Бежал до Дрейка, полбазы пробежал. Нажимаю на Дрейка, не садится. Да твою мать, думаю, что за фигня. Жму. Пыжу, откатывает у меня мою кибитку. Твою мать, просто через всю базу меня откидывает. Не так каждый вечер. Ах, бесит этот сервер. Ну что, народ, в общем, решил я сразу не продолжать. Я решил немного отдохнуть. Отдохнул часа 4. Вот, и увидел Prime Alpha Гигу. Черт побери, я реально первый раз вижу Prime Alpha и Prime Alpha Гигу. Ну, я, конечно, решил больнуть. Но не ожидал, что будет ядреный дамаг от него. От него дамаг по 20 тысяч моего дракона. Чуть опять не сказал Дрейка. Это кошмар какой-то. Это просто обздец. Я этого не ожидал. И, конечно же, сразу же взлетел в воздух, не дожидаясь своей смерти. Сейчас палю его с воздуха, но я понимаю, что это вполне так нормально. Но единственный минус, он может просто-напросто убежать куда-нибудь. Вот. Так, давайте напишу. Привет. Привет будет. Вот, очень хорошо, он даже не пытается доставать, это очень хорошо, это очень нравится, но я боюсь, что, я правильно боюсь, он свалился ниже. Окей, бьем дальше. Я хочу завалить его прямо на камеру, чтобы, ну, вам хоть какое-то разнообразие было. Потому что это я просто не знаю. Я сейчас на данный момент просто летаю и убиваю драконов больших левелов, чтобы заспавнился какой-нибудь левел поменьше. Но пока что был самый маленький, 300
70 какой-то, что ли, если не ошибаюсь. А это, ну, большеватый для меня. Ну вот, я его убил, понятное дело, и все хорошо. Сейчас на данный момент я вкачиваю Дрейка на скорость, потому что Дрейку скорость тоже нужна. И вот этот вот пролаг сейчас был, ну, вообще совершенно ни к чему. Также у меня заканчивается моя выносливость, и это тоже фигово. Сейчас надо будет отлететь и восстановиться немножечко. Ох, офигеть, вот это жаробасина, вот это реально жаробасина. Мало того, что дамажит сраного как сильно много, так еще и жаробасина ядреная, которую просто так вот не завалить. Да уж. А ну что, даже кровушка-то не покрылся. Так, давайте взлетим, ну все, в задницу и восстановим энергию. Именно выносливость. Сильно далеко отлетать не буду, чтобы эта зараза сильно далеко от меня не убежала. Так. Ну и не успел восстановить здоровье сильно много. Потому что я думаю, он здоровье восстанавливает еще как. Так. Ну и, конечно же, лучше его подрезать. Да уж. Я одно могу сказать, его убивать как Вардена. Да нет, наверное, даже дольше, потому что некоторые Вардены сдавались и раньше. Одно исключение. Дамаг не проходит по мне. То есть я могу его убивать в соло, и это реальный кайф. Но другая фигня. Если он по мне попадает, то это сразу 41. 41 тысяча, это когда он в ярости. Вот, 20 тысяч, когда он без ярости. Вот, поэтому, как бы, такие вот проблемы. У меня уже второй раз заканчивается энергия. И это офигеть как фигово. Вот, мне сейчас нужно будет опять лететь восстанавливаться, но не знаю. Не знаю, пока что не знаю. Увеличительное стекло, к сожалению, не достается. Достается только труба. Труба не показывает, сколько здоровья. Здоровье, выносливость, все дела. И это фигово. Очень фигово. Ну да ладно. Посмотрим, что будет дальше. Это вообще, козлин, должен хотя бы краснеть немного. Я уже там чуть здоровья не лишился. И офигеть, как он по мне продамажил, а он, скотина, даже не краснеет. Я не знаю, что ему нужно, и, к сожалению, здоровье у него посмотреть не могу. Но это еще та тварина, прям альфа-гигантозавр 600-го левела, это просто кошмар какой-то. Ну ладно, еще помучаю, если не получится, то просто скину его в воду, чтобы он здесь мне не мешался. Все, он мне, короче, надоел. Он, скотина, бегает по острову, еще и постоянно кого-нибудь жрет. И, понятное дело, он после этого восстанавливает себе ХП, то есть тут не важно, сколько я его, сколько по нему наношу, он постоянно кого-нибудь жрет и восстанавливает себе ХП. Я решил скинуть его в воду, чтобы мне в дальнейшем не мешал искать драконов и, собственно, уже их убивать, потому что времени я потратил на него немало. Попытался, ну, наверное, минут 7 я его бил, и, ну, вы сами видели, поскольку я останавливался, отдыхал. То есть, практически все это время, то есть, ну, хорошо, 6,5 минут беспрерывного дамага. Можно назвать это и так. А вот, то есть, если были бы у меня бутыли бы, то на восстановление выносливости, то это было бы 6,5 минут непрерывного дамага. Вот, ну, все фигня. Не задамажил, дамага мало. Даже столько дамага мало. Поэтому это нужно брать. Нужно брать верну большого левла. Большого левла, именно вкачанную на дамаг. Вот, поэтому вот такие вот дела. И где-то здесь тернозавр альфач падал. Ну, я думаю, я его не найду так сразу легко. Потому что они были вместе. Потом один испарился. Я сказал, что там, а, вот он. Вот, и вот он упал, короче, вовнутрь. Вот, ну это, как бы, конечно, еще то простое говно, как бы ничего такого сверхъестественного. Вот, ну все, я погнал дальше лутаться. Ну да, и заодно и лутаться, короче, и искать, где, что, да как.
Ну просто идеальный экземпляр нашел. Обалдеть. Всего 180 левел. Всего 180 левел. Сейчас я веду опять туда же. Веду драконом. Отцепляется легко. Летит медленно. Супер. Плюс еще Дрейка я вкачал на скорость. Я думаю, выживет. Я надеюсь, что выживет. Ну, я уверен, что выживет, потому что он дамажит всего по 2000. Вот, сколько нам? Ну, 2250. Вообще ни о чем. Так что все нормально, все пучком. И нужно самое главное сейчас довести его уже до острова, чтобы все нормально было. Так как я дракона могу вывозить дамаг, и это легче всего так вести его. Вот. Даже я думаю, без ускорения лучше лететь. Как бы 2000 дамага это немного. Вот, а уже так намного легче выводить. Да то ладно тебе, да что ты в натуре. Кстати, ты кто там? Самка, самец? Самец. Ладно, доведу. Сет на Дрейка. И уже посмотрим. Ну что, погнали. Сирики выходит долгое, но зато продуктивное. 180 левел. Это не хухры-мухры. Я взял сразу же весь лутецкий, потому что я считаю, что Дрейк у меня выживет. Опаньки, хорошо. Плюс у меня есть поты на здоровье. Так, погнали, погнали. Самое главное, что, о чем я сейчас думаю, как бы мои ворота выдержали весь этот урон, весь этот дамаг. Так, окей. Надо делать заход по прямой, чтобы был. Так, погнали, 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 погнали. Говорю, как бы с уроном это не проблема. Урон это все фигня. И я что сказал, лети за мной. Ну вот, урон это все фигня. Да, я сейчас могу просто тупо его Дрейком, по сути, притомить и выжирая бутыли с потами. Начнем, пожалуй, с этого. Так, лети прям за мной. Прям за мной лети. Прям за мной, за мной, за мной. Да ты ж скотина, а? Я чё сказал? За мной, говорю, лети. Ой, твою мать. Вот это нежданчик поворотом мне пролетел. Да, кроты моей постройки. Да пошел ты, короче. Сейчас сделаю тебе Хиросиму в Нагасаке. Ты мне полбазы снес нафиг своим дамагом. Так, окей. 180 левел. Я тебя сейчас устрою, Кузькину Матрюшкину. Сюда иди, скозуб. И что, блин? Бьет он мне тут меня. И мои постройки. Я тебя устрою сейчас. Все нафиг, файт. И я тебя сейчас, козлина, тут устрою. Сюда, сказал, иди. 6000 ты по мне тут дамажишь. Так, приземляемся. Срочно приземляемся. Так, канает. Так, использовать. Какого фига он не заюзался? А вот заюзался, заюзался. Все пучком, все пучком, все пучком, все пучком. Давай, 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 давай. Опаньки, поднялся. Так, использовать. Понеслась. Точно, боевой тартар. Дамаг и все дела. Погнали. Я тебя сейчас устрою, козлина. Вот ты полбазы мои снес к чертям собачьим. Так, у меня сейчас появилась идея еще. В этого козла с лука стрельнуть. Не получилось его завести, на дрейке заводить плохая идея. В том плане, что... Куда я полетел? Не туда полетел. В том плане, что... Дрейк медленный оказался. Дрейк оказался очень медленным. Это фигово. Ты где, козлина? Угу. Я тебя вижу. В общем, мелкий Дрейк это все лажа полная. И он мне, понятное дело, сдох. Так, сейчас. Вот, практически ваншотом. Ваншотом тогда, когда я затупил чутка.
И это фигово. Это фигово. Сейчас я буду пробовать тактику. Я в него один раз попал стрелой, ну а потом, понятное дело, я сдох. Залутать не смог, его расконоебило здесь на полэкрана, поэтому мне пришлось ждать, когда это все говно исчезнет. Так, так ставим спиной. И попробую сейчас попасть стрелами тоже в него. Черт, надо пониже брать. Повыше, что ли? Ах, ты ж скотин, ты еще и ходишь туда-сюда, куда не нужно мне. Ну-ка, упреждение про канал. Еще и взлетел. Ах, ты ж козлина. Ну, стрелы у меня есть, это как бы не проблема. Проблема больше в другом. Проблема, как в тебя, тварь, попасть-то. Этакий ты супостат. Так, ну-ка, если я вот так вот встану. Окей. Он улетает на остров. Мне это нафиг не нужно. Поэтому мне нужно его срочно возвращать. А, взял своего, можно так сказать, первого Дрейка. У него скорость вкачана более или менее. У него вкачан дамаг, у него здоровье такое более или менее. Я не знаю, заходил в меню, нет. Но вот на менюшка. Ставьте на паузу и смотрите. Да, у меня там второе седло, это от другого Дрейка. Вот, это не от этого Дрейка, а от другого Дрейка. Того самого сильного, так сказать, Дрейка. А вот. Ну да, фиг с ним. Да, 150% скорости это хватает, чтобы улепетывать от виверны и не более. То есть держаться на одной скорости. Но это позволит нам немножечко заплутать и обмануть ее. Угу. Так-с. Не, по ходу дела в соло очень тяжело томить, даже имея определенные ресурсы. Здание вообще не вариант. Сразу вам говорю, здание можете не рассматривать, здание это не вариант. Почему? Ну, вы сами все видели. Неважно, какие у вас стены стоят. Если фундамент говно, то фундамент говно. Если, да, можно поставить, допустим, на основу для забора. Ну, это бесполезняк. Это бесполезняк, потому что основа для забора такая же лажа. У него точно так же мало ХП. Просто так забор на землю не поставится. Точнее, стена на землю не поставится. Что означает, это все тоже лажа. И косяк. Поэтому как бы в соло очень тяжело томить. Да, шансы есть. Шансы есть, но на неусиленных... опять-таки же повторюсь, неусиленных. Потому что люди пишут, о, я все утомил, бла-бла-бла. Это все лажа сраная. Почему? Это так же, как говорят, я в соло вардена убиваю. Опять-таки же, вардены неусиленные, эти все усиленные. То есть динозавры. Вот, такие вот фигня. И я что-то полетел не туда. Слишком низко стоял. Так, давайте еще смотреть. Есть же шансы. Где-то там дракоша сраный. Ублюдожа. Такс. Ладно, еще попробуем. Да, народ, я кое-что заметил. Смотрите. Я думал, почему свои стрелы не дамажат? Есть огненные, заморозка и яд. Огонь лечит. Заморозка восстанавливает выносливость. Яд увеличивает дамаг и увеличивает броню. Смотрите. На данный момент бью 307. Так. Сейчас приземляюсь. Куда-нибудь сейчас приземлюсь, подождите. Встаю. В затылок. Понеслась. И... 307. Да ну нафиг, у меня только что... 153? Да ладно. У меня же просто по аргентавису дамаг был в два раза больше. Может, это на летунов действует. В общем, по идее, эти стрелы должны давать только бафы. Такие же бафы, как дают и летуны. Это кто-то... А, это мамонт сраный. Вот.
так же, как и должны дрейки бить и так далее, то есть давать эффект, как от летунов, но не получается, что-то какая-то фигня нездравая. Не знаю, но по Аргентавису он то есть сейчас в два раза сильнее бабахал. Это хорошо. Ну, в общем, я от дракона-то оторвался, но вот куда этот козлин убежал, я черт его знает. Ну вот, поэтому сейчас как бы пока что ищу нашего, блин, где эта скотина. Так, сейчас я просто хочу приземлиться, стрельнуть ему в очко, попасть по нему и уже от этого хоть как-то отталкиваться. И ты-то какого здесь фиг делаешь? Иди отсюда, говорю, это моя точка. Вот и иди отсюда. Твою мать, пока это ублюдка от этого, этот уже гонит эту порылу вниз спустился. Ненавижу эту тварь. Ненавижу. Отлично. Чуть себя в ловушку не загнал. Не знаю, что сейчас из этого уходит, но смотрите тактику. Спускаясь вниз, поднимаясь вверх. Спускаясь вниз, поднимаясь вверх. Когда я вверх с ним состыковываюсь, то я сразу же в него блюю. Началось все это с того, что я запустил в него стрелу. И стрелу я попал в него. Попытался запустить вторую, но второй я не попал в него. Сейчас заканчиваются выносливости. Я понимаю, что 3000 выносливости это очень мало. И мне нужно восстанавливать срочно выносливость. Я не знаю, сколько я ему нанес. Много, мало. Я не думаю, что много. Ну и не думаю, что мало. Но это офигеть как сложно. Если такая тактика проканает, то я его оглушу. Слишком долго летал за это козлиный, и он спустился вниз. И, в общем, я слишком долго его искал. Поэтому сейчас буду по новой все начинать. Отлично. Это странная игра. Я просто спускаюсь вниз, я смотрю на него, он еще далеко. И я застрял в текстурах. Я спустился и бах, я проваливаюсь в текстуры, короче. И вроде как нормально, я могу на Дрейка наступить. И тут он оказывает... Сесть на Дрейка. Но тут он, оказывается, меня просто палит и... все, меня сразу же убивает. Да уж, это, конечно, еще тут идиотизм сраный, но что поделать. Сейчас мой Дрейк просто огребается, ядрешеньки как. И я сейчас буду делать другую тактику. Говорит, стерять мне уже все равно нечего, и это сраный лагающий сер у меня бесит уже. Такс. Так, я сказал, на меня ты агришься, козлина тупая. Теперь атакуем. Так, ты агришь на меня, а ты атакуешь его. Это сраный вальс когда-нибудь должен закончиться. Слышь, козлина, ты что так быстро летаешь? Так, окей. План перехват. Не, он Дрейка так завалит. Слышь, ты меня не беси. А, ну отлично, ты еще и сквозь текстуру летаешь. Так, пассивочка. Назад. Отлично. Нафиг в топку это ублюдка. Да уж. Да уж, вот такой вот сраный вальс получается при очень маленькой скорости. Если бы это был бы Анунаки усиленный, то можно было бы Дрейка сделать... сильнее, мощнее и так далее. И топовый Дрейк был бы просто ядрёно как раскачанный. На обычных, в обычных условиях невозможно, даже пыжись не пыжись, невозможно сделать что-либо больше, чем то, что я уже делал. Это тактика, так сказать, сверху вниз бить и так далее. Ну, в общем, вы поняли. Возможно, эта тактика увенчается успехом, но на эту тактику нужно потратить немало ресурсов и, конечно же, правильно вкачивать Дрейка.
Но из-за одной дебильной сраной серии, точнее, из-за одной дебильной сраной попытки, возможно, а вдруг я притомлю, я, понятное дело, это делать не буду, потому что, ну, вы сами все видите, он просто тупо стоит на месте. Есть другой вариант. Два Дрейка брать. Один синий, другой зеленый. Синий тормозит, зеленый томит. Это, конечно, тоже идея, имеет свойство жить, и она вполне такая неплохая. Ну, я эту тварь убью, чтобы здесь не летала, она меня раздражает. Вот, эта теория тоже вполне неплохая, но, опять-таки же, ее нужно тестить. Тестить точно так же, как и любой другой. Да, если бы у меня было бы, допустим, там сраного туча ресурсов, а именно XP-бутылей, я бы сейчас бы в легкую, там, именно large XP-бутылей, там, не знаю, мне сколько надо, штук 100 XP-бутылей, ну вот. Так, ну куда ты в натуре летишь, твою дебил тупорылый? Ну вот, тогда да, я бы тогда бы хоть что-то бы сделал и возможно бы, так, отлично, не получилось. И тогда возможно бы хоть что-то да получилось, но мне, понятное дело, никто не даст сотку бутылей, XP-бутылей, а это означает, не получится ничего этого узнать. Вот, возможно, в дальнейшем я когда-нибудь и запишу серию о том, как нужно все-таки томить драконов, но в таких реалиях именно так, как задумано было разработчиками, то есть с теми статами и так далее, невозможно ничего сделать. На усиленных серверах, запомните, анунаки можно также и усиливать. Это точно так же, как, допустим, здесь вес вкачиваешь по 20, если вы не ошибаюсь. Так же, как должно по 10. Это как усиливают обычный мод, так и анунаки могут усиливать. Не путайте это. Я знаю, что вы, диванные аналитики, долбанные дебилы, не досмотрели до конца. И я могу про вас говорить все, что угодно, потому что вы дауны тупорылы уже написали в комментариях всякое говно о том, что «Ой, я в соло томлю человеков, ой, драконов по 10 в день!» Вот, и как бы все нормально. Вот, но... Ну, это все фигня, потому что вы дебилы, и вы играете на модифицированном анунаке. На обычном анунаке вы сами все видите. Это у меня практически топовый Дрейк. Ну, там что-то у него левел такой нормальный. Плюс он раскачанный. Раскачанный он на скорость, и чтобы он догонял дракона, ему надо не 150, а у него 137 вроде бы процентов. Ему нужно около 200% к бегу, а это означает, я практически все буду в скорость вкачивать. Практически все скорость и немного выносливость. А это уже не варик. Ну, в общем, теорий о том, как сделать дофига, но это возможно лишь только на своем собственном сервере, когда я могу себе выдать и драконов, и дрейков, и так далее. И если вы видите о том, что в соло томят, ну, вы не увидите, потому что найти это невозможно. Вот, если вы увидите, что в соло томят Дрейка, ой, дракона, то знаете, все фигня. Меня подвели постройки, в моей теории меня подвели постройки тем, что основа, так сказать, фундаменты, они очень маленького левела. И если найти мод, где постройки, точнее фундаменты постройки имеют огромное количество хп, то это все фигня. Все это фигня, и можно будет спокойно притомить, без проблем. То есть, также загоняйте в постройку, и все. Это уже зависит от условий вашего сервера. Но на таких условиях, как здесь, а именно близких к оригинальному, вы не сможете дракона в соло притомить. Только с помощью багов, понятное дело. Вот, ну все, на этом все. Я думаю, уже Дрейк устал летать вокруг меня, пора лететь на базу, отдыхать. Ну а я с вами буду, пожалуй, обращаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Да, вот такая была, пожалуй, дебильная серия. Мало толку, но что-то я показал, что-то рассказал. Какие-то основы и так далее, возможно, вы узнали. Ну вот, ну а дальше уже, как говорится, придумывайте сами, как это все применить. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Как-то так.